Неделя инноваций стартует завтра в областном центре. В ее рамках состоятся дни эксперта и предпринимателя, а также битва стартапов. Об этом сегодня рассказали журналистам. Сейчас в Тюменском технопарке проходят последние приготовления. К примеру, на этой площадке будут подписаны важные соглашения, обсудят условия для привлечения инвесторов и развития инновационного предпринимательства. Для тех предпринимателей, которые заинтересованы в устойчивом развитии своего бизнеса, в будущем этого бизнеса, чтобы они пришли, посмотрели и получили разные точки зрения происходящего. И уже сами определили, что им приоритетнее, что ближе, и определились с тем, что будет основа успеха их бизнеса в ближайшей перспективе.